Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Слушай, я тебе пересылала в ТикТоке, увидела я, да, видео. Сейчас я включу. Земля тюрьма, да, и даже хуже. Те, кто думает не так, никогда не выберутся. Сюда ссылаются души, которые нарушили законы гармонии и теперь направлены сюда на исправление. Эти души внедряются в тела и попадают под все ограничения материального мира, который, собственно, и является тюрьмой. Материальный мир является тюрьмой. Земля – тюрьма. Какой бред. Я сегодня, когда услышала, понимаешь, у меня был сперва такой ступор, а потом я понимаю, просто этот же чувак, он записывает ролики а-ля «Великий маг», с прикрытым лицом, который транслирует, опять-таки, знания такие эзотерические. Он великий маг, и он все знает, и он все знает. Там столько бреда. Реально подковерная секта. Людей пытаются загнать в стойло на страхе. То есть вот такое ощущение, знаешь, что сейчас бараны разбрелись, и их надо, да, каким-то образом загнать. Да. И кто сколько загонит, тому тот... столько и будет потом ценностей, да, вот, да, в, да, этой, да, же материи, на этой же земле. Бараны, знаешь, как бараны разбрелись, забор рухнул религиозный. Да, да, да. Разбрелись, и теперь надо собрать, это точно. И надо собрать. И вот такое количество бреда, как сейчас, я не слышала давно. Например, вот то же самое есть, рекламируется общество, ну, АллатРовское, там, uh-huh, какой-то вариант, uh-huh, uh-huh. Как он называется, созидательный. Созидательный, да. Так вот, они все время начинают ролики с того, что рассказывают, показывают природные катаклизмы, и вот все, земля идет на уничтожение. Со страха, вот, да. Смотрите, там топит, там вулканы, там климат меняется, там все, и напряжение, 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 напряжение. И потом, вот, давайте сюда, и здесь не будет напряжения, тем полегчает, да? Да. Здесь земля, мы спасем там, да? Да. А ты здесь, в ссылке, ты здесь раб, ты здесь должен, ты в тюрьме. И опять сжатие, сжатие, сжатие. И психика человека трещит, и он перестает быть адекватным, и он так реально становится рабом тупым. Да, да, так а я тебе скажу, что вот, например, как моему отцу, да, вот в возрасте этим людям, да еще тем более те, кто очень плотно сидит на религии, да, вот это вот дать прослушать, они будут просто, вот я их даже прям вижу, как, да, соглашаться, да, это жизнь, это тюрьма, земля, это тюрьма, и души здесь, да, ой, тяжело. Это как преподаватели есть, да, такие, которые говорят, жизнь тяжела это, и ее надо как-то перетерпеть. Жизнь прожить, поле перейти, да. Ты знаешь, вот это удивляет. Удивляет, потому что, ребят, вы в раю, и вы при этом создаете в своей голове трудности, и ваше же подсознание будет вам говорить «исполняю», и вы будете проживать эти трудности. Да. Зачем вы создаете херню? Это, знаешь, на самом деле это а неблагодарность. Неблагодарность. Это в чистом виде, потому что ты пришел сюда просто вот, понимаешь, в этом в чистом сознании, когда ты пришел здесь кайфовать, играть, это такая невероятная игрушка. И вдруг ты эту игрушку начинаешь плохими словами называть. Я хотела сказать другое, по-другому, да. Понимаешь? Ну вот где благодарность? Это ж ведь об этом. И сам себя засовываешь, просто засовываешь в яму, в тюрьму. Ну, а может, даже внешний мир это... что отражает? Ты посмотри. Вот посмотри на события, которые проходили в Белоруссии, в России, сейчас в Украине, да, в Европе, везде. Ведь фактически, вот за какую страну ни возьмись, за любого жителя, начни разговаривать с ним. Первым делом люди выходят на недовольство. Угу. Недовольство страной, недовольство укладом, недовольство зарплатой, недовольство товарами, недовольство погодой, недовольство природой, недовольство, недовольство, недовольство. Это же все про неблагодарность, потому что людей не учат благодарить, да, с детства. Да, вообще, да, не учат благодарить. И ты знаешь, все больше и больше вот при таком сжатии, в неблагодарности обрезаются чувства.
это, конечно, будет сказываться на здоровье. И тогда и жизнь будет меняться. А как можно взаимодействовать с человеком, который всегда недоволен? Его же зажать тогда и хочется еще больше. Вот мы видим Северную Корею. То есть это все же создается в головах людей. Угу. Вот все недовольства, все зажатия, все создается в головах самих людей. Конечно. И это все про неблагодарность. И тогда идет терпилово. Тогда вместо благодарности идет терпение. Так впору к этому ролику еще добавить ролик, вот я его не зафиксировала, тоже в ТикТоке, где выходит священник, который очень много говорит глупостей. Я просто его ТикТок подкидываю. Ну, я, наверное, знаю, этот черный, да. Просто, ну, вот охрененно тупые вещи говорит. Он тоже говорит, что... Как-то у него фраза была. Святость не рождается за едой в ресторане. Святость не рождается в веселье. Святость не рождается в радости бытия. А только да? в мучении. А святость да? рождается в мучении, в боли, в одиночестве и так далее. Там святость. Подождите. Если в мучении, в боли и в одиночестве рождаются психические расстройства, там рождаются болезни, там рождается горе, так что у вас святость равно горе? Да, так так. Так тогда есть. Ваша секта чего стоит? Вы говорите о святости, и вы тут же навязываете человеку горе. Так нахера к вам идут тогда люди? За горем, что ли? Отметьте мне килограммчик горя. И вы об этом говорите вот так публично, что мы раздаем здесь горести. Там знаешь, зачем идут? Вот даже на ролике, от которого мы начали, на самом деле, цель его... Именно показать, что жизнь тяжела, да, горе, жизнь там тюрьма, земля тюрьма, а приходите к нам, мы вас спасем. Суть-то в этом, мы вас спасем, там страшно, вы сюда идите, мы спасем. Ну, так же и была создана религия. Да. И вот сейчас это вот новое новшество, как ты говоришь, дележка этих баранов. Да. Но на самом деле, ты знаешь... Ведь действительно люди даже никогда не задумывались над тем, что в тех же молитвах, о чем говорится, да, в тех же каких-то там проповедях, ведь на обрядах не читали. То есть слепое доверие, поклонение и все. Поэтому для них услышать, что у них подсознание, оно уже на автомате запомнило те же обряды какие-то, или там, как они, я просто не знаю, как они в религиях называются, проповеди или что-то. И у них это уже на автомате работает. Поэтому вот такую информацию, они с этим согласятся. У них думалка не работает. Отключена. Засорена. Знаешь, у возрастных людей думалка не заработает. И вот он, парадокс мудрости должны, мудрость должны юному поколению передавать люди возрастные. Угу. То есть к старости человек должен приходить с мудростью. Да, для того, да. чтобы потом научить молодое поколение этой мудрости. Чтобы передать. Передать жизненный опыт, передать знания, передать. А здесь получается, и в принципе сейчас мир это подсвечивает, к старости люди приходят с деменцией, с Альцгеймером, да. со слабоумием, с памперсами. Ну так а что со страхом может быть? Да. Что со страхом, и когда весь задавлен? И что люди с деменцией, со слабоумием могут передать в качестве мудрости подрастающему поколению? Да. Вот мы имеем вот этот вот разрыв сегодня, а на самом деле это разрыв на неблагодарности. На неблагодарности самому себе, неблагодарности своему миру, который ты создал, своему окружению, в котором ты живешь, своей земле, своему государству, своему земному шару, если брать на расширение. Да. И получается, вот эта неблагодарность, она потом и вылазит тебе же болезнями, и отсутствие мудрости вылазит молодому поколению. Потому что молодое поколение не учат тоже благодарить, и они тоже будут идти больными. Их не учат закрывать старые игры. Не учат. Да, смотри, даже взять просто элементарно
знаешь, такое, я не знаю, сказать культура, но пусть это будет культура на самом деле. Но вот ты приезжаешь в лес, да? Я просто говорю, не оставляй за собой ничего. Ты приехал в чистый лес, оставь чистый лес. Допустим, в городе появились площадки детские, да, не ломай, то есть научи не ломать. То есть это же ведь тоже о благодарности. Да. Именно, даже не тоже, а это именно о благодарности. А этому же родители даже не учат. А почему не учат детей? Потому что сами этого не имеют. То есть нет передачи вот этой. А есть только, знаешь, что осуждение. Вот, осуждение, что молодежь не такая, как в наши времена они такие пошли, да? Так ты научи. Почему молодежь должна быть другой? Ну, то есть, вернее, такая, как ты, да? Они должны быть другими. Но только какими, зависит от нас. Если мы им учим их благодарности, учим их красоте, замечать красоту и оставлять за собой красоту, то все изменится. Казалось бы, такие элементарные вещи, вот просто элементарные. И казалось бы, этому вроде бы и как, ну, в наше время была такая тема, да? Но ей не придавалось вот этой значимости. А ведь это то же самое, что, смотри, я тебе скажу, то же самое. Приходит к тебе человек домой, да? Вот просто ты в гости пригласил к себе, а он тебя тут побил, просто разнес все, да? И ушел. Скажи, пожалуйста, это о чем? Как есть даже говорят, ой, пришли с детьми, да? Ой, ничего, он пускай лазит, пускай. Нет. Должны научить родители этому, что ты пришел, будь, пожалуйста, ко всему благодарен, то есть ты пришел в такой дом, уйди из такого же дома. Но это ведь тоже. А у нас не детей нельзя этому дергать. А это надо, тут не дергать, тут объяснять, показывать. Объяснять надо. И на самом деле на сегодняшний день есть такое дело. Дети, да, приходят в школу, ломают. Разносят все. Дети приходят на спортивные площадки. Вот она, разносят. Неблагодарность. Утром вот можно прогуляться по скверу, и ты будешь утром видеть. Каждое утро в Минске работают мусорные бригады, домовые эти бригады, угу. Я не знаю, как они называются. Ну, да, да. Но люди приводят территорию в порядок. Да, красоту. Если идешь утром гуляешь, то ты часто видишь, валяются бутылки, валяются пакеты, ну вот я об этом. Валяется грязь, мусор. Оно будет убрано в течение буквально получаса. В 8 утра уже чисто. Угу. Но ведь это сделал не ты, кто бросил, а конечно, это сделали службы. Да. И мы вот с Джессикой периодически гуляем, и я эти вещи, когда замечаю, понимаю, но ты же взрослый человек или там молодой человек проходил, тебе тяжело это ночью, да? Тебе тяжело было выбросить в мусорки, мусорки, да, стоят. Да, да, да. Недалеко стоят эти мусорки. Вот это об этом. Это о культуре. И о благодарности. И о благодарности. На самом деле благодарность. Потому что если человек не... Ну, то есть, понимаешь, а потом будет говорить человек, что у нас жизнь такая, тюрьма там. Так естественно тюрьма, если ты так себя ведешь в этой жизни, если ты как свинья пришел. Если ты не осознаешь вообще никаких ценностей, ну так а что ты хочешь? Ты будешь всегда... И будешь видеть свинский мир. Да, да. И будешь недоволен. И не будешь брать ответственность за свою, конечно, жизнь. Что посеял, то пожал. Но на самом деле сейчас, вот конкретно сейчас время, когда разные религиозные течения делят, да, между собой, да, паству. Да, 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 да. Конкретно делят. Более того... Ты знаешь, вот касательно вот подобных религиозных течений, да, которые косят либо под магию, либо там под это сообщество, либо еще под что-то. Ты знаешь, когда начинаешь на них концентрировать внимание, то вдруг чувствуется сразу, что там вложены деньги. Ну, не конкретно в этого чувака, хотя в этого тоже вложены. Я имею в виду тоже созидательное сообщество. Вложены деньги. И вдруг ни с того ни с сего какому-то сообществу православия начинает уделять слишком много внимания, что является прямой рекламой и пиаром. Да? И так периодически задумываешься, а кем создано? А кто вложился? Если смотреть вот действительно разумно с позиции движения денег, да, угу, через призму денег, как мы уже объясняли, ну, да, то а не православие ли вложилось-то?
Очевидно. То есть, если, знаешь, если ты нормальный хозяин, и вот у тебя есть загон, вот там пасутся овцы, да? И у тебя там часть забора рухнула, и овцы пошли. Почему не взять по большему контуру? Да. Ну, можно взять по большему контуру и обеспечить пастбище на большем контуре. Вот теперь... Причина-то есть, вышли. Да, причина есть, вышли. И если они хотели зеленой травы, давай еще загородим, чтобы там была трава. Хотели созидательного сообщества, давайте загородим, чтобы там была вот эта мысль, вот эта идея. Если вам так нравится эта идея, и вы хотите ею тешиться. Да никаких вопросов. Главное, знаешь, в загоне оставайтесь. Да, знаешь, что напоминает? Не разворачивайтесь в себя. Вот, вот, самое главное. Да, вот это я и хотела сказать. Нельзя в себя ходить. Иди и жри траву. Себя, в себя ходить нельзя, там страшно. А, еще, там вот, а самое главное еще придумать еще больше страха. Страх. Это больше болезней. Да, да, зажать, припугнуть. А где тогда развитие, где тогда цивилизация? О чем мы говорим вообще? Ее нет. Да. Тогда деградация. Тогда деградация. И тогда те же, кто обеспечивает эту деградацию, не осознают сами, что они первые в этом загоне. Первые. Если Первый. Рядом с тобой овны, то ты центральный. Да. Либо, если ты хочешь, чтобы было развитие, тогда обеспечь развитие сознания. Сознание должно развиваться, оно должно течь, оно не может стоять. А это значит, игра должна меняться, человек должен осознавать. И смена игры идет только через благодарность. Хотите, не хотите, но учить благодарить придется. Без У-у-у. Этого не будет ничего. Уроки благодарности должны быть в школе. Кстати, мне очень нравится, что сейчас в Беларуси трясут образование. Было бы очень хорошо, чтобы туда натрясли и благодарности, и ответственности, и всего остального. Было бы это очень хорошо, да. Но вообще все идет из семей. Больше всего Конечно. Это семьи. В семьях осознается в первую очередь вот это начало. Отсюда идет. Да. Дети полностью копируют родителей. Угу. И если ребенок гиперактивный, если ребенок крошит и ломает, если ребенок, то, как правило, в этих семьях доминирует жадность, невнимательность, озлобленность, разрушительные какие-то модели поведения, которые прикрываются ликом «мы такие хорошие, у нас вот так принято». А у нас вот здесь все такие. И ребенок тогда таким образом бунтует, протестует. Кстати, сейчас очень много гиперактивных детей. Угу. И очень много детей, которые все крошат и ломают. Удивительно. Хотя чего здесь удивляться? Да, ничего не напоминает. Напоминает, у нас мир такой. И еще одну тему словила. Мы, помнишь, с тобой ловили... Давно уже мы сказали, что уже пришло время, когда пора придумывать инопланетян. Да, да. Да. То есть для того, чтобы уже страшилки пошли самые-самые-самые, угу. уже надо будет запустить голограммы с инопланетянами, либо театральные постановки, либо-либо. Ну, в конце концов, благодать же в виде огня святого сходит, да? И все верят, что это да. Бог посылает с неба. А не газовая труба. Ну, понимаешь, вот здесь точно такое же шоу, только с инопланетянами. Оно уже скоро должно проявиться. Вот-вот. Я прямо я чувствую даже это. Так вот, ты знаешь... Как это? Приход, прилет. Приход инопланетян. Причем они уже просто, они уже нужны Америке для того, чтобы пилить бабки и бюджет на это дело выделять. Они нужны религии для того, чтобы было кому молиться. А сегодня тоже ролик попал в этот вот на глаза, когда высказывание Папы Римского о том, что они и инопланетян обратят в католическую веру. Я так ржала, думаю, блин, они уже начали с американцами конкурировать. Кто первый-то? Осталось голограмму на небо. И, аппарат, вот, летающие тарелки, ребята. И потом буками обстрелял. Да? Ну, или там аналогами. И пошла игра. Шоу феерическое. Блин.
Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, да, это шок, конечно, да, но при этом я настроена на чувства, и у меня вдруг... А все вполне серьезно. Настолько серьезно, и меня четко вдруг словило, что это уже было. Было такое же шоу. Ну, было запугано, уже показывали. Не про деву, а вот тоже про типа инопланетян. Было. Вот у меня прям срабатывает. У меня даже чувство, что вот-вот у нас бы свершится прилет. Но это будет некое шоу, которое очень будет в этом духе запугивающим. Вот прям... Ну, видишь, уже очередная волна болезней не удается. Да. Вот она обламывается, потому что уже Всемирная организация это здравоохранение подорвала это свою репутацию. Еще как. Поэтому еще надо как сейчас подорвало. Кого-то внезапного объявить. Ну да. А инопланетяне как раз впишутся вместо заболевания. Мне в этом плане нравится Беларусь. Главное не отреагировать, как весь мир отреагировал на это заболевание. Вот да. Это самое главное. Ну, Беларусь показала себя, что мы не реагируем. Пролетаем. Точно. Эти тарелки пролетают мимо. Мимо. Мы можем свои запускать. На самом деле такой стёб. И ты знаешь, почему Беларусь так не отреагировала? Потому что здесь уровень образованности людей очень высокий. Реально. Вот если взять нашу страну, у нас высокий уровень культуры, у нас высокий да. уровень образования, у нас высокий уровень интеллектуального развития людей. Да. И посмотри, чем ниже интеллектуальное развитие в стране, у людей, тем больше можно навешать лапши, тем более они религиозны, тем менее они толерантны. Я сейчас говорю не про голубизну, а про религиозность. Я когда слышу толерантность, да, ну хорошо. Ну да. И таким образом именно образованность человека, развитие интеллекта дает возможность человеку сказать: так, стоп, ой, что за херню сейчас мне прокачивать? Что за белочки перед глазами? Не-не-не, там сошли с ума, я пережду. Зачем мне лезть туда, где чокнутые люди дерутся, да? Да, да. Ты ж не бежишь всех пьяных разнимать, да? А человеку на то и дан дар речи, чтобы он мог договариваться, чтобы он мог вести переговоры и чтобы он мог принимать разумные решения. Ну, вот здесь, конечно, на сегодняшний день мне нравится, что мы живем здесь. Да, что это земля богов. На самом деле. Здесь, как знаешь, как райский уголок. Да. Ну, я надеюсь, что здесь как не было игр в заболевания, так не будет игр и в инопланетян, потому что это уже на подлете. Потому а что знаешь, это уже будет через будут, потому чересчур. Что бабки делятся на этом деле. А Беларусь как-то здесь, она, ну, во всяком случае, нам снизу кажется, что она не так-то, ну, не участвует, во всяком случае, так, как участвует Америка и Ватикан. Поэтому, ну... Я так представляю, мы так с тобой сидим, вдруг, о, полетел. Представляешь, какие галюны. Тогда, вот тогда надо пойти напиться. Давай. Я просто к тому, что наоборот сделать. Ну, потому что если это отравленное, как это напиться отравленной воды. Ладно. Да? Ну, это все игры. И тоже из новостей встречала, что нужны люди, кому там эксперименты нейролинк будет с мозгом проводить. И понимаю, что вот это у этих людей выход из игры идет вообще. То есть те, кому пойдут эти вмешательства, они будут вылетать просто из игры, и все. Это уже даже не роботы. Это подопытные кролики, которые... Отказ даже... от игры, в принципе. В интересное время мы живем. И вообще интересные невероятно. Фильмы мы смотрим. Фильмы невероятные. Вот это VR-очки у нас, да.
Тоже я тебе вчера присылала ссылку на людей по продолжительности жизни. Угу. Обратила внимание, поскольку люди жили. И там же есть люди, которые умерли в 13-м году, в 19-м году. Продолжительность жизни. Это не 80, это не 120 лет. Это реально, видишь, это реально. И это мы-то ведь с тобой знаем, что это действительно это реально. Да. А теперь смотри, насколько была жизнь замедленная вот тогда, и насколько она ускорилась сейчас, да. Что даже ну, реально уже будет хотеться сменить тело для того, чтобы в новой игре играть уже из нового тела по новым правилам. Потому что, вот прикинь, те люди, которые там 300 лет прожили, да, вот в теле, которому сейчас 300 лет, идти и смотреть вот эти вот все «Звездные войны» неприкольно. Знаешь, как в 300 лет этому телу посмотреть на эти все игры, так, о, дети расшалились. Вот это я, как это, вот это я тормознул на 300 лет, блин, не смог передать. На самом деле, это же об этом. Ну да. Заснул. Ну, так оно и есть. Поэтому интересная тема сейчас разворачивается. Ой, сейчас вообще все интересно. И благодаря интернету столько всего. Много видишь мусора, сколько в головах у людей. А самое главное, что о своей жизни нет. Да, да. И развернуть человека в себя очень тяжело. Если человеку сказать сразу суть, зачем он болеет, вот буквально в трех словах. Угу. Он, во-первых, он не услышит, во-вторых, он ничего не сделает, в-третьих, это будет обесценено, выдано за сумасшествие и так далее. Угу. Все настолько просто. Принято в штыки, да, еще по-разному. Все настолько просто, и при этом человек не хочет ничего менять. То есть вот, ну, банально там, человеку говоришь, вот такое-то заболевание пойдет, в корнями уйдет, там, например, там, в пробивную злость там, или там, в жадность вот, просто патологическую или еще во что-то, да? Человек слушает и говорит, ну-ну, и все. И он ничего не меняет. И даже если спросит, а что с этим делать? Ну, давай вот такую практику, такую. И вот кажется, так я сделал зеркало 3 дня. А ты изменился? Ты осознал эту жадность? Ты изменил свое поведение в те моменты, когда тебя жаба душила? Ты перестал экономить? Ты реализовался, и у тебя настолько внутри изменился твой внутренний мир, что у тебя это ушло? Нет. Ты вошел в гармоничное состояние? Нет. Опять-таки, ты вышел в благодарность? Нет. Когда вот здесь говорят о том, что нарушение закона гармонии. Да нет никакого закона гармонии. Гармония – это завершение игры. Это все. Ты смотришься в свое отражение. И ты осознаешь свое отражение. Ты стоишь перед самим собой. Ты стоишь перед самим собой, да. Вот она, гармония. А игра, сознание течет, потому что система становится нестабильной. Есть возможность течь. Угу. Вот одно дело, когда ты имеешь стабильную систему. Вот она, гармония, статика. И тогда тухнет, вода тухнет. А если ты воду запусти, вот... Да, и вот болтай. Она, и болтай. Динамика уже не тухнет. А если ты еще запустил, переливная, переливается. Все, сознание устремляется и потекло. Оно как вода течет. И тогда игры все меняются. Угу. Но это дисгармония. Нету никакого закона гармонии, который надо отрабатывать на Земле. Ну, вообще, это глубокие такие вещи. Их надо действительно все-таки осознавать глубиной. А глубина может быть только тогда, когда ты чист. То есть для самого себя. Не для кого-то. Я там святой или святая. Нет. А ты сам для себя чист, тогда ты берешь глубину. Не, ты просто не будешь... Как это сказать? Внимание у тебя не будет на обертке. У тебя будет внимание на конфетке самой.
Видишь, парадокс в том, что человек, казалось бы, вот это тело и его внутренний мир, ведь все примитивно просто, его внутренний мир отражается в его наружной жизни. Конечно. Вот и все. Все. То есть зеркало. Да. Но при этом, так как есть искажения, так как есть вынос ответственности на внешний мир, человек не видит своего внутреннего мира и не осознает, что это он отражается снаружи. И есть претензия тогда, когда идет вынос. И все, вот она, дисгармония пошла. И человек тогда обесценивает. Обесценивает жизнь, обесценивает землю, обесценивает игру. Обесценивает игру, из которой он выйти не может. И он будет бесконечно играть, пока не осознает ценность и не осознает благодарность. Осознает благодарность, он будет играть в следующую игру, потому что сознание все равно перейдет из ловушки в ловушку. Вопрос, на каком контуре будет игра. А ты... И это парадокс. Угу. И это парадокс. И осознать это можно только из парадоксального восприятия. А это сложная тема на самом деле. То, что мы до них подоходили, это на самом деле очень большой путь и очень большой кусок работы. То есть посмотри, даже сколько времени мы уделили этому. Это же не один день, не два, не три, не один год. Просто шли, 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 шли. И заметь, через что пришлось пройти. Я до сих пор вспоминаю надсознание, всякие эти египетские вещи и так далее. Вот она, черная магия. Ты мог зависнуть, добавить туда страхов. И играй, вот ты самый крутой черный маг. Ритуалику в Кине погнали. Вот, и уже, тебе уже есть толпы. Значки используй и так очередей, далее. Очередей, да? Да, очереди, толпы и так далее. Никаких вопросов нету. А ты дальше попробуй перейди. А дальше нужна чистота. А чистота – это уже разборки с собой, это уже практики, ты уже никуда не денешься. А за чистотой парадоксальное восприятие, когда надо, чтобы и твоя физиология подстроилась, мозг развился. Большинство людей вон в суть уловить не могут из ролика. Просто они слушают ролик, у нас в каждом ролике есть суть конкретная. В каждом. В каждом, жестко. Именно суть и минимум слов. И есть люди, которые не способны вообще понимать, о чем мы говорим. Я когда фиксирую, просто рекомендую, вы не на тот канал зашли. Это не для вас. Для вас это сложно. Сложный уровень, да. А на самом деле это шизофрения. То есть человек, который не способен вычленить суть, это о том, что у него не сконцентрировано сознание, а это предрасположенность к шизофрении. То есть тут и диагнозы можно ставить. Ну да. Прикольно все это. А ведь на самом деле мостиком вот этого перехода из, ну скажу так, из мира ада в мир рай, да, находится в каждом человеке, именно в нем. Это тот момент, когда ты осознаешь, что твой внутренний мир отражается во внешнем мире. Да. И все. И никак. Ну, можно сказать то же самое. Твой внешний мир показывает твой внутренний мир. И тогда ты можешь выбирать, быть на какой стороне. То есть ты осознаешь, что у тебя внутри. Если ты вдруг видишь, что мир у тебя тюрьма, значит, внутри у тебя тюрьма. Меняй. Да, да, да. Вот он. Личность. Именно личность – это то, что стоит между внутренним миром и наружным миром. Эго. И это так просто. Оно качает. Будешь ты жить в тюрьме своей, да, собственной. Да. Какой ты фильм выбрал? Какой фильм ты выбрал? У тебя будет комедия или трагедия? И это вообще... И ты знаешь, есть моменты обезумия человека, когда вот эта личность настолько запуталась и не знает, куда рвануться. То есть в себя идти страшно, а наружу тоже страшно, потому что там запугал сам себя, и там запугал сам себя. И тогда наружу надо кричать, ругаться, так вот, обвинять. Смотри, ну, это одна из разновидностей проявления. Но смотри, снаружи человек делает ритуалы, человек выносит ответственность на святые мощи, на кусочки трупа.
Да, да, ответственность. Человек выносит на картины, лишь бы не иконы. Сам. Лишь бы не сам. Это не я, это он. Это не я, да, это... он спасет, он поможет, да. Он сделает, он за меня. И ты знаешь, у меня иногда в голове возникает такая нескладка, ну, кусочки трупа. И вообще, кому пришла в голову мысль продавать кусочки трупа? Ну, это дико на самом деле. Вот реально дико. И если вернуться к теме инопланетян. Вот давай поговорим про адекватность. Вот если предположить, инопланетянин. Вот инопланетянин. Настоящий, самый-самый настоящий. Да. Входит вдруг в храм. Да, в храм заходит, неважно в какой. Ну, пускай, да. Заходит, и вот он видит, во-первых, практически у всех висят распятия, да? И он видит своего соплеменника распяли. Ни хрена себе. Молятся на него. Ни хрена себе. А потом картинки повесили с ликами людей. Ни хрена себе. Молятся на них, ответственность на них вынесли. Ни хрена себе. И когда уже доходим до кусочков трупа, я бы уже на месте инопланетянина летела бы, пятки бы сверкали, да? Чтобы сказать, это ж варвары. Это дикие варвары, которые съели Кука. Ну, наверное, его тоже тогда обратят в католицизм. Это как, знаешь, ты сейчас рассказала, это как... величайшая история. Рассказала это, как я... У меня прям картинка, как человек попал на остров людоедов, племена какая-то, какое-то племя, да? Увидел, и ходу назад за ним бегут, у него выхода нет. Он будет или съеден, или с таким же станет. Да, или станет таким же. И это... это же весело на самом деле. Вот если сейчас посмотреть с позиции подсознания на это все, это же величайший стёбов. Просто вот смени восприятие, и внутри тут же смех такой ест, да? Да, да, да. Всегда улыбка будет. Всегда улыбка. То есть, когда ты вот эти вещи можешь со стороны наблюдать, просто наблюдать даже, уже стёб поднимается, и все, и уже ничего делать не хочется. Точно так же, как и с медициной. Если мы возьмем по подобию медицины, по продаже таблеточек, по продаже услуг, по продаже, точно такой же стёб. Ты просто видишь, как работает, как фокус устроен. Да. Да, да. И это, конечно, вот эти стёбы, когда ты видишь. На самом деле, когда видишь стёб, тебе ничего не хочется менять. Согласись, когда ты это видишь со стороны, тебе не хочется в этом участвовать, но при этом тебе менять ничего не хочется. Это как в цирке, ты хочешь сказать? Это в цирке. Вот реально как в цирке. И под куполом цирка как раз и проходит. То есть даже образ. Невероятный, Стёп. Просто смотришь на это и кайфуешь. Насколько это же как всё. Надо глубоко заснуть, чтобы видеть такие сны. Да. И при этом пытаться играть в эту игру не имеет смысла. А ведь так легко проснуться, да? Видишь, когда, это нам, наверное, так, вот это настолько легко действительно проснуться, всего лишь назвать вещи своими именами, всего лишь стать искренним самим собой, перестать себе лгать, всего лишь. А как же это человеку сложно? Он настолько человек ушел в искажение, что даже эти слова, что значит быть искренним с собой, я же сам всегда с собой искренним, не осознает. И как это, я сам с собой всегда искренен. А если чуть-чуть так этого человека ставить на паузу, и просто маленькие какие-то моментики в своей жизни, и знаешь, он как зацепится, как за что-то маленькое, и потом за вторую, за третью, а потом у него будет шок какой-то инопланетянина в храме. Да? И смотри, насколько разные миры в каждой стране. Каждая страна сходит. Мало то, что каждый континент имеет
свои особенности. Угу. Ну и каждая страна имеет свои особенности в этой игре, свои игры. И города, да, тоже. И города то же самое, но... И улицы, если взять. Но это уже мелкие, не так, да, не так будет видно. Но если брать по странам, да, тоже, да, да. Это тоже очень стёбные игры. Да. А, ты знаешь, и есть игры разных порядков. Тоже недавно увидела, как, ну, вариант игры. А там, например, это Иран принял, что женщина с непокрытой головой, и за это 10 лет тюрьмы. И понимаешь, блин, за неношение хиджаба. И понимаешь, блин, жестко, а на самом деле и безумно. То есть спрячь красоту за весь... А почему зеркало. Спрячь? Потому что слаб сам. Слаб сам, да. И уровень образования. Когда сам слаб, тогда нужна сила. Да. Тогда нужно пугать, страхом брать, вот именно силой брать. Это о слабости. А видишь, сила – это о слабости. Наружное проявление силы чужими руками, да, не да, своими. Да, 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 да. И возьми Северную Корею, да, там же происходит. Это только слабость. Только слабость. Чем сильнее, жестче, тем слабее. Да. Но при этом и весело, тем веселее. Даже ту же самую Северную Корею посмотри. Ну, весело же. Весело. Когда ты не там. Вот именно, когда ты наблюдаешь. Когда ты наблюдаешь. И вот теперь смотри, как подсознание в позиции наблюдения весело. Всякая вот эта херня. Да. А теперь вот смотри. Возьми по образу и подобию семьи. Ведь то же самое, как континенты, как страны, как города, как улицы. Точно так же семьи. В каждой семье свои тараканы. Свои правила. Свои правила, да. И ты просто не знаешь, какие там темы идут в каждой семье. Но это точно один в один. Один в один так же, и при этом... Когда ну вот когда дети общаются, да, ведь иногда дети сталкиваются с совсем другим миром у другого ребенка, да, и у них идет, как они действительно, они как будто разговаривают на разных, вообще как будто с разных континентов, на разных языках. У них шок происходит. Но только кто может им этот шок исцелить, можно сказать, только родитель. А когда? Когда ребенок с родителями открыт, да? То есть пришел и рассказал, допустим, родителю, и родитель разумно объяснил, ну вот есть такое-то, есть такое-то. А теперь представь, когда в семье нет контакта с детьми, то ребенок, встречаясь, сталкиваясь с ребенком из другого, будем говорить, мира, да, образа жизни, его где-то пугает, где-то что-то, и он внутри себя, он это зажимает. Вот они болезни, между прочим. Вот оно, травмы, которые не излечены в семье. Смотри, это контур семьи. Возьми по такому же контуру взрослых, тех же самых родителей. Вот родитель живет на каком-то уровне жизни. Вот, например, в деревне, там частный домик, коробка, все. Угу. И этому родителю, вот ты ему скажи, создай, помечтай, создай что-то другое, да? Угу. Вот где бы ты хотел жить, вот если бы ты, вот если дать тебе миллион, миллиард, угу. Какую бы ты жизнь выбрал? А он говорит, а я бы жил в этом домике, этот угу. миллион, миллиард засунул бы в матрас и ничего бы не сделал. Да, да почему? Спрятал потому бы. Что нету знаний о том, как в другом мире. Угу. Ты не был в этом мире. Для нет того, опыта. Чтобы там попасть, тебе надо, чтобы тебе те родители, да, да. тот уровень жизни показал.
как этим пользоваться, да? Что это дает, какие возможности открывает. А иначе человек даже мечтать не может, потому что мы мечтаем, опираясь на свой собственный опыт. Конечно. А если в нашем собственном опыте, кроме коровника, ничего не было, нам опереться не на что. Да. И для того, чтобы было на что опираться. Вот почему я все время говорю о том, что человек должен путешествовать. Потому что ты попадаешь в хороший отель, ты попадаешь в другую страну, ты можешь сравнивать, как ты живешь, как там живут. И ты можешь попасть в Дубай, ты можешь попасть в Египет, ты можешь попасть в Иран, ты можешь попасть еще куда-то, да, в Индию, и посмотреть. И с одной стороны, если ты учился и знаешь, что такое благодарность, ты будешь благодарен за то, что ты живешь не в Индии. Угу. И в то же самое время ты можешь набирать знаний, опыта, опорных точек, чтобы оттолкнуться, например, от того же Дубая, для того, чтобы тебя, там, где ты живешь, создать свой Дубай. И это очень классный момент, потому что, сидя у себя в деревенском домике, грубо говоря, или в городской квартире, и не выходя за рамки этого домика, ты ничего не сможешь увидеть. Вот что значит общение. Если взять на уровень тела, то это точно так же касается органов. Это как, допустим, сердце там, или почка. Она в себе закрылась, и она не слышит остального части организма. Она в себе что-то там барабанит, живет, копается, и тогда в организме... А сердце себе, в организме разлад. А когда слышат, чувствуют на уровне чувств органы, и это отлаженный организм, вот оно, когда организм, он целостный, он отлаженный, он дышит и находится на самом деле в благодарности. Тогда поговорим. Это здоровье. Это уже здоровье. Вот это то же самое. Если взять все по образу и подобию, все. Людям надо общаться, людям надо путешествовать. Речь, она и дана для того, чтобы мы могли, общаясь, передавать, обмениваться. Это только ведет к здоровому, крепкому организму, к природному. Да. А когда замыкается, только я показала на уровне организма, мне кажется, каждый увидит на уровне тела. Почка сама себе, вторая сама себе, там легкие сами себе, глаза сами себе, все, тыщ. Так смотри, когда почка сама себе, когда она замыкается и говорит, я вот... Ограничу здесь. Да. Она сжимается, и она отказывает. Она уже не нужна организму. Организм может погибнуть без нее. Угу. Но ты же тоже уже жить не будешь. Да. Ты же, когда ты вводишь ограничения, ты же отказываешься от того, что ты участвуешь в жизни всего организма. В целом организме, да. В этом плане очень наглядно, я когда смотрю сейчас на Литву, на Латвию, на Польшу, Вот эти выстрелы себе прям по ногам. Очевидно вообще. Очевидно. Бомбят и бомбят по ногам своим же. Свою же экономику бомбят. Да. И смотришь на это и понимаешь, чем больше вы себя ограничиваете... Конечно, разрушение, могу. Жадность. Жадность и злость. Да. И, соответственно, и проживается жадность и злость. Конечно. Вот она не проработка, только уже большой контргосударство. Да. Это значит, много людей не... А что Украина осознала, зачем все это? Россия осознала, зачем все это? Нет, конечно. Поэтому и продолжается. Хотя уже, ты знаешь, октябрь-ноябрь приближается, сейчас пойдут перемены. Мы же люди, если брать вот организм на уровне мира, да, мы как кровь, как клеточки крови. И если кровь начинает бунтовать, если кровь начинает воевать, то она разрушит. Тем более она будет потоками переходить. Где она появится, как мы рассказывали, мы уже было в своем. Где она появляется, больная зараженная кровь, она там обязательно разрушит, она внесет свои инфекции. Поэтому эта кровь должна быть здоровой. А здоровье дает что? Здоровье дает что? Любовь, чистота, свобода. Мы же знаем. Любовь – это свобода. И благодарность. Теперь смотри. Вот этот подкаст мы с тобой записывали, разговаривали. А восприятие у нас потихоньку двигалось. Двигалось в статичное восприятие. Угу. Когда я наблюдаю за тем фильмом, который идет снаружи. Двигается снаружи, да. А на самом деле, когда говорит, вот наблюдатель. Наблюдатель, да, но наблюдатель же не создающий осознание.
А создатель – это альтернатива наблюдателю, но при этом восприятие создателя из статики, оно как бы априори невозможно, потому что в сознании течет. Но это восприятие по парадоксу возможно, когда ты воспринимаешь все из тела. Из тела, именно. И мы опять приходим к тому, что мы сейчас плавно из создателя, который течет, перетекаем в создатель из тела, а создатель из тела – это еще один вид восприятия. В принципе, вот последние два наших курса мы очень круто уже затолкнули в это восприятие и себя, и людей. И сейчас еще один шаг сделаем в понедельник, когда даже просто тренировкой можно фиксировать, что не ты двигаешься, а мир двигается. Мир двигается, да. Но если при этом ты в теле, выбираешь. Тело двигается, да? Ты в костюме, и у тебя работают чувства, рецепторы и так далее. Кажется, ну я же двигаюсь 100%. Да, 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 парадокс. А давай восприятие сменим, что двигается мир. Угу. И посмотрим, какие возможности этого восприятия открываются. И соединим это все с нашими наработками. Угу. По созданию тела. Но это уже интересно. Смотри, какую важную роль мы уже сняли на прошлом курсе. Угу. Эмоции, эмоциональный слой. Вот когда его осознаешь, убираешь. И какие тогда возможности психики открываются в этом восприятии. Охренеть. Вообще охренеть. Невероятно интересная игрушка. Да, да, да. И жизнь же... это невероятная игра. И это счастье, это радость, невероятно, это кайф, да. Это рай. Это рай, который мы не исследуем, который мы сразу обесцениваем и превращаем в ад. Знаешь, что это напоминает? Вот сейчас грубую штуку скажу. Вот если ты пустишь собаку в клетку и закроешь ее, и она не будет выходить из клетки, оно там будет достаточно еды, и она засрет эту клетку так очень быстро, что в клетке будет вонять, дискомфорт, и будет плохо. Так вот, если человек идет на низком уровне развития, то он и превращает таким же образом рай в ад. А если ты хочешь своими собственными рай, отходами. Своими собственными отходами. Если ты хочешь рай, тогда двигайся, познавай, открывай и умей быть благодарным. Убирай за собой то, что ты воспроизвел. С благодарностью тому, что ты съел. Да, но для того, чтобы убрать за собой, ты не должен быть в клетке. А у тебя должна быть возможность выйти из этой клетки. А это значит... Понимаешь, клеткой мы можем воспринять весь земной шар, а можем всю Вселенную. Вопрос, что для человека клетка? Согласна. На сегодняшний день успел загадить земной шар, и ищет, куда еще полететь, да? Нагадить. Нет, дорогой, научись убирать за собой. За собой здесь уже. А помнишь, на последнем подкасте, как классно, благодарность мы именно человеку, который вывозит мусор. А, да. Видеть профессию. Да, вот настолько оно. Прям... Вот оно, это об этом. И какая благодарность да, тогда да, себе. И тому, себе, кто это да. осознает, что мусор за собой надо убирать. И этот мусор не только физический, он и в психике, он и в голове, он везде. И все начинается с благодарности. И благодарность надо учить в школе. Этот предмет должен быть с 1 по 11 класс. Обязательным. Угу. Обязательным предметом. Наравне с русским языком, математикой и так далее. Потому и начинать это надо в садике. В садике, потому что этот предмет дает здоровье. Угу. Этот предмет да? выращивает людей с другим сознанием, создающим да. сознанием. Этот предмет будет в основе земли богов. Без да. него земли богов не будет. Не будет. Он не может быть он без может этого. Быть, да. Без благодарности не может быть другой ничего. Жизни. Будешь жизнь только такая, больная, без благодарности.